стучалось в книжках, случится с нами. В фойе театра зрители сразу погружаются в иную реальность. Здесь их встречают загадочные проводники, которые приоткрывают тайны города. Следуя за ними, гости попадают на улицы, живущие своей жизнью. Здесь бродят сумасшедшие, бедные, отчаявшиеся. А в домах можно подсмотреть истории и судьбы, услышать крики и вздохи, увидеть слезы и улыбки. Еще здесь случаются простые чудеса. Спектакль «Горящий светильник» режиссер Евгений Цыпаев создал по трем рассказам о Генри в форме иммерсивной постановки. В том пространстве, в котором происходит спектакль, зритель может перемещаться свободно, может подходить на любое удобное для него расстояние к актерам. Единственное правило – нельзя разговаривать с актерами, нельзя их трогать. Хотя актеры делать это могут. То есть это максимальное стирание как бы границ между зрителем и сценой. В спектакль вошли три рассказа о Генри: «Последний лист», «Пурпурное платье» и «Маятник». Три истории, три разные локации, где действия происходят одновременно. Зрители путешествуют из одного дома в другой. Евгений Цыпаев говорит, что главная задача, которую перед собой ставила команда, максимально выдернуть зрителя из реальности. Между рассказами актеры постоянно существуют по всему фойе, у них у всех своя жизнь не прерывается, видоизменяется. И вокруг зрителей всегда будут находиться какие-то персонажи из совершенно другого мира. На протяжении спектакля и во время антрактов всегда звучит музыка, которая также выступает одним из инструментов погружения. Композитором «Горящего светильника» стал звукооператор Саровского театра Борис Андреев. Спектакль поставили в малой форме. В качестве сцены стали театральные фойе. Такие форматы вообще, в принципе, в провинции весьма редкие. В Сарове пока еще тоже никто подобного не пробовал сделать. Мы вот решили рискнуть, и мы тоже пока в каком-то сладком предвкушении, а как же зритель на это отреагирует. Премьера спектакля «Горящий светильник» состоится 28 и 29 января в 18 часов. Информацию о билетах можно узнать на сайте театра или по телефону 9-83-83 для лиц старше 12 лет. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.